Здорово, ребятки, с вами Битарч 71, поэт, философ и музыкант. И в этом ролике я решил стать новатором и первооткрывателем. Почему, спросите вы меня? Да потому что я очень часто смотрю YouTube и вижу, как бездарные личности повторяют челленджи, друг на друга похожие, не изобретают ничего нового, просто копируют друг друга. И я решил бросить вызов этому грязному, бездарному обществу и придумать свой челлендж, который называется «Сядь на бутылку челлендж». Суть такова, если это видео наберет 250 тысяч лайков, то я сяду на эту бутылку. Возможно, на другую, потому что, может быть, это слишком большая, да? 250 тысяч не так-то легко набрать, поэтому, скорее всего, я думаю, что я не буду это делать. Но, тем не менее, если вам прям так этого хочется, да, я вам сказал условия и все такое. Кто-то, конечно, мне скажет в комментариях, типа, блин, да я бы и бесплатно сел, и без лайков, и все такое. Но вы-то вы, а это я, поэт, философ и музыкант, поэтому 250 тысяч лайков, возможно, когда-нибудь и наберется, а возможно и нет. В общем-то, все, давайте, пока.